По каким причинам молодежь ходит на несанкционированные митинги? Сотрудники Следственного управления СК России по Магаданской области показали студентам Северо-Восточного государственного университета документальный фильм. В нем специалисты рассказывали, что причина чаще всего – желание не отставать от трендов. Как отметили спикеры, многие из ребят, которые выходили на протесты в поддержку Алексея Навального, не знали ни цели митинга, ни причин. Также сотрудники Следственного комитета хотели показать студентам, как молодежь вовлекают в такие акции. Именно для этой цели был продемонстрирован фильм, подготовленный Следственным комитетом Российской Федерации, где наглядно продемонстрированы способы манипуляции мнением, способы вовлечения в протестные акции и о том, что именно стоит за кулисами этих протестных акций и как люди молодые используются для решения сиюминутных каких-то политических, возможно, или псевдополитических целей. По словам специалистов, молодежь должна понимать, кто организует протесты и для каких целей. Также сотрудники ведомства напоминают, участник несанкционированных митингов будет нести ответственность перед законом.